Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда Дракономани. Это моя последняя попытка была, чтобы получить дракона Орел. Да, если я не ошибаюсь, именно Орла. Я напомню, было что-то в районе 16 часов. И фиг его знает, что там получилось. О, получился у нас дракон Орел. Я так понимаю, это он. Отлично, мы, значит, все успели. Все прекрасно. Так, а как вывести этого? Огонь... Плюс кто? Кто? Огонь плюс гора у меня был. Так, вот эта фигня у меня никогда не работала. Как этот поиск запустить? Enter? Не работает. Вообще, короче, я не понял. У ребят вроде работает, у меня не хочет работать. Ладно, давайте. Гора, по-моему, там 20 или сколько у меня там было. Гора или... Или... Гора. Гора, а здесь просто... Огонь. Так, блин, ну а как этот поиск работает, ё-моё? Рысь. Ой. Да что ты будешь делать? Рысь! Ну ё-моё, печатайся. Как тебя напечатать? Рысь. О, то есть надо все большими буквами писать. Получается так? Да. Блин, ну, это же тупо. В общем, ладно, продолжаем комбинации. Это у нас комбинации на быка. На нашего, ну, точнее, телец должен быть, да, это у нас зодиакальный дракошка. Так, и дракон-астронавт у меня есть, как видите, это редкий. Пустота плюс свет. Давайте попробуем его найти. Куда ты зашел? Только имеющихся редкость свет. Вот, это он, да? Давайте перейдем. Сразу на него взглянем, так сказать. Ну и куда ты перешло? Так, какого ты уровня? Вот, я угадал. Вот так выглядит наш дракон-астронавт. Нарисовано он хорошо. Мне нравится. Вообще прикольно. Ух ты. Так красиво выглядит. Я давно не заходил, что ли, в жилище света. В общем-то, давайте еще глядеть, какие у нас акции идет. Пора... нужно получить VIP-статус. И кормить, и тратить золото. Хорошо, давайте тогда сейчас мы возьмем VIP-статус. 20 билетиков у меня еще осталось. Так, отлично. Теперь нам нужно вот сюда. Собираем 5,1 миллиончика. Так. Продолжаем еще ловить вот эти вот штуки. Ну, вообще, точнее, собирать эти очки. Также у нас появился еще... Появился у нас еще этот подпольный рынок. Давайте туда сейчас заглянем. Алиоп. Так, вот подпольный рыночек, да? Вот. VIP-билетики нам предлагают две штучки купить. Отлично. Так. Эти очки мне не надо, мне их полно. Ну и, в общем-то, божественные осколки. За 100 кристаллов купить можно 7 божественных осколков. А ну-ка давайте посмотрим. Я, по-моему, покупал или я легендарный покупал. Осколки, колдовство, слияние. Я, по-моему, легендарных покупал. Да, у меня 46 легендарных, а божественных у меня 15. Давайте, наверное, все-таки потратим. Потратим на такое дело, потому что это очень дорого. Ну, в общем-то, вот потратил я почти все свои алмазы. Но это того, в принципе, стоило, я думаю. Потому что создать 7 божественных осколков не так
наверное, проблема найти эти осколки. Как проблема в том, что они все у нас находятся вот обычные, то есть средние. А чтобы из среднего создать великолепное, это нужно 2 миллиарда раз посражаться на колдовской арене. Ну вот как бы вот так вот. Вот смотрите, 4000 там было. Вот уже 3000. Вот уже 2000. Вот уже нет очков. Все, я создал только вот десяток отличных кусков, короче. Я сэкономил себе этим, наверное, год игры за 100 кристаллов. Ну, это хорошо, в общем-то, мне понравилось. Ну, нужно просто поактивнее смотреть рекламу, гладить дракона, и все дела, и можно, то есть, как бы там, десяток другой алмазов за неделю собирать. Так, так, что теперь? Смотрим. Ё-моё, накормите. Я не поучаствовал, что ли? И потратьте как можно больше. Так, кормить. Ну, давайте сейчас мы разберемся с этим. Соберем еду. Поставлю сюда на 6 часов еду. У нас клановое событие идет. И пока что не идет. Значит, можно ставить на 6 часов. Вот я сразу выполнил это задание. Это прекрасно. Вот это, да? Да, сразу выполнил. Здесь у нас еще идет почти 5 дней. Давайте сюда пожертвуем. Ну, то есть все эти шкалы заполним, и думаю, будет все отлично. Ну, я вообще как бы тут не активничаю. Вот эти награды я, как говорится, не собираю. Не стремлюсь за этим. Так, давайте теперь еще прокачаем нашего дракончика. У нас есть новенький, новый высидевшийся дракончик. Так, Арес нас ждет, этот ждет. Вот у нас кто есть. Это редкий маскарад. Маска, или как там тебя зовут? О, кстати, очень вместно. Маска плюс костюмный. По-моему, это вообще идеальное сочетание. Вот, разве у меня маски не было? Ветер, огонь и вода. Выглядит забавно, красиво. Тоже классно прорисован дракончик. Атака 65 для редкого, это вполне себе неплохо. А ну-ка еще раз давайте прочитаем. Элегантный дракон маска всегда хочет быть первым красавцем на балу. Это прекрасный компаньон для любой вечеринки, но его хорошие манеры распыляются в дребезги, когда впереди маячит еда. Прожора, червячок такой у нас получился. Давайте его покормим. Ну, по традиции на 20 уровень. Минимальный 20. Вот так. С этим разобрались. А теперь по поводу потратить немножко миллиона. Можно в пансионате купить там какое-то одно себе место. Это считается? Я потратил деньги. А, блин, нам нужно кормить ему. Я 10 миллионов потратил. Непонятно куда. Так, с этим разобрались. Давайте будем подкармливать драконов. Вот, чтобы тут никого не было ниже 20 уровня. Ну так, потихонечку так, в общем-то, выравниваем уровни наших драконов. Хотя, подождите, у меня же есть другая задача. У меня же есть задача... так, где? Вот. Роллера. Я ему потихоньку прокачиваю стихии. Давайте мы его как раз и качнем немножко. Роллер. Вот он у меня где находится. Вот мой роллер. Давайте его покормим. И вот мы выполнили наши условия. Давайте на 34 уровень его качнем. Он у меня заколдован. А если колдовать его дальше, то что получится? Ну, неплохо. А почему у меня так осколков воды мало? Вот мне вот самому аж интересно стало. Вода, вода. Ну, тут, в принципе, много этих осколков. Смогу создать, если что.
нужен 50 левел, да? Ну ладно. В общем-то, тогда давайте отправим нашего дракона дальше в Академию, пусть повышает свои навыки. Жаль, что оттуда его нельзя отправить в Академию, это ж как-то не по приколу. Яна? Моего дракона зовут Яна? Прикольно. Так. Ну, вот так вот. Пусть себе там качается. Так, а мы где? Блин, откатил. У меня было 1030 очков, по-моему. Ну ладно, давайте зайдем сюда. Лучший защитник. 56-й. Давайте глянем на него чисто по приколу. Кстати, можно попытаться. Если он там один такой. Плюс 21 можем заработать. Ага, можем. Хе-хе, походу не можем. Да. 56-й. Надо было начинать не с Архангела. Ну, я так понимаю, там дальше будут еще такие же ребята. 50-й. Не затащим. Кстати, Архангел-то у меня легендарный. Ну да, 57-й. Блин, ну тут еще три дракона. Вот этого я могу пробить. Допустим. А там следующих еще два. Не, никак. Не получится у нас, ребята. Ага, вот так вот даже можно. Ну, допустим. Никогда не пользовался просто такой штукой. Вот 56-й у нас появился. Вот это ты максимального уровня. Ну, если это он был самый сильный, то это хорошо. Если нет, то печально. Ну, шанс еще есть у нас. Да, 52-й. Ха-ха-ха. Я его должен пробить за один удар. Ху, справился. Не ожидал. Но эта легендарная штука нас спасла. CKS против нас играл. Хух. Неплохо сыграли. Очков много заработали. Так, лучший защитник. Ну, можно попробовать взять факела. Легендарный глаз. У меня он всего лишь один. Мгновенно открывает всех защитников, а также информация об уровнях. Ну, можно попробовать. Можно попробовать. Как он работает? Ну, что-то мне кажется, что они здесь все будут. Ну да, они здесь все большие, и как бы нам сюда смысла лезть нет никакого. Кстати, надо скриншот сделать. Я никогда просто такую картину не видел, как это все дело выглядит. Это забавно. Но они здесь все мощные, как видите. Нам сюда точно лезть не стоит. Идем дальше. Вот, лучший защитник. Тогда нужно взять самого слабого кого-то. Самый слабый листик, хотя он уже не самый слабый листик у нас. Ну, погнали. В атаку! Так, 50-й на все звезды. Давайте возьмем что-нибудь. Ой, я сейчас так разошелся, у меня уже 8 жизни-то почти не осталось.
Так, я вообще тут справлюсь. Ладно, давайте так. Ну, у меня тут еще трабл завалялся случайно. Супер сундук. Так, кто там у нас следующий? 55-й левел, тогда ставим сюда пустоту. Трабла меняем на кого-нибудь. Здесь еще кого-нибудь. А здесь берем вот этого парня. Пятьдесят процентов недостающего здоровья, да? Легкотня. Какой крепыш нам попался. Крепче, чем мы. Два усиления пришлось потратить на этого гаденыша. Так, 55-й на все звезды. Это на 3 уровня нас сильнее получается. Так, опасная ситуация на самом деле. Спасет ли меня эта штука? Не спасла. Ну, придется так добиваться успеха. Кстати, это всего лишь 40-й. Я бы его мог и так одолеть, наверное. Да. Надо было не использовать. Поспешил. У меня был там тигр на 3 звездочки и малинка. Ягодка. Вот это я понимаю. Для самого сильного дракона, да, самое легкое задание. Да, тут ему ничего не понадобится из этого добра. Кстати, а ну-ка, где наш роллер? Давайте возьмем ее. Они тут, наверное, все будут такие мощные, 40, ну, как бы, 47. Опа. Опа, смотрите, роллером можно посражаться. Блин, ничего себе, смотрите, она на все звезды заколдована, не смогла его даже за один удар пробить. 45-й на одну звезду, это, а у нас считай, что, смотрите, 34-й на одну звезду, плюс 6 уровней. Это 40-й, да, не затащит. Шевалье. Так, вот здесь тащит. Прикольно, даже не рассчитывал, что можно послужаться, да, роллером. Надо было усиление какое-то взять, да, воды там, типа. Ну вот, 45-й, без звезд. Как-то тебе можно помочь? Ну, давайте так попробуем. Какой-то один удар выдержит. Да, смотрите, как продержалось неплохо против крепости. Сундук какой-то был прикольный.
Легендарный осколочек нам попался. И мы перешли в пятую лигу. Отлично. Так, но больше у нас пока что ничего и нет. Что тут хотят нам сказать? Новости появились, да? Но это нам не интересно. В общем-то, здесь все. Мы выполнили, да, что нужно было. Отлично. Отлично. Ну, в общем-то, вот такие дела, ребятки. Ждем, короче, когда у нас появится дракончик Орел. И там в одно и то же время с ним и 22 часа, и Гермес вылупится примерно. На этом все. Всем пока.